Так, еще раз их имена. Я зачитаю их имена. Номер один. Номер один, Михаил. Golden Lane Jewelry, пожалуйста, Сема. Номер два, Никита. Сема, подходите на сцену. Номер три, Дмитрий. Номер четыре, Вал. Номер пять, просто Игорь. Номер шесть, Игорь, но не просто. И номер семь, Альберт. Ура! Девушки, make noise. Одну секунду. Я попрошу нас, Аркадий, можно тише музыку? Я попрошу на сцену наших спонсоров. Vibezi Travel, Golden Lane Jewelry, Irina International Tours, Emily's Imagination, Isoplus. Так, Zimi Billiards не присутствует сейчас. Barclay Opticians и Mississauga, пожалуйста, на сцену. И Mix TV. Мы здесь, Боря. Ирина International Tours, пожалуйста. Мы ждем от вас приз. Ирина International. Окей. Внимание. Я пытаюсь перекричать музыку. Музыка пытается перекричать меня. Внимание. Окей. Наступил нас... Олечка. Ну, вы посмотрите, как красиво смотрится она со мной. Подождите, я еще не видел. Олечка, действительно. Может быть, мы проведем мистер Бикини Леон, с тобой. Леон, у меня вот вопрос. Давай. Пока мы тут общаемся, ребятам не холодно? Ребятам жарко, потому что они ждут бильярдный стол за 4000 долларов. Оптом и в розницу. На 36 частей он так у нас. Значит так, внимание. Оля. Начинаем. Так, начинаем с общих призов. Оля, нас снимают. А она скажет, она... Большое спасибо. Значит, внимание, Сёма здесь с Лилией, Golden Lane Jewelry. Так, Зорика вижу в Эксельштейна. Сёму не вижу. Зорика видим, золото не видим. Да, золото не видим. Окей, значит, мы вручим за Golden Lane Jewelry. Так, итак, начинаем. Общие призы от Golden Lane Jewelry. Golden Ring. The Best Fantasy Костюм. За лучший костюм награждается, так, номер 7, мы с ним будем дальше говорить. Значит, один из лучших, скажем, костюмов. Никита Степанов. Никита Степанов. Golden Ring, пожалуйста, Никита. Сюда ближе, Никита, ближе, ближе, ближе. Так, вау. Следующий приз. Поздравляю. Следующий приз у нас. От Ирины International Tours. Вручает одна из самых красивых представительниц прекрасного пола Ирина International Tours. Оля ее звать. Мужчины, make some noise. Красивая девушка рядом со мной. Девушка до такой степени красивая, что никакой нойз не может иметь места. Окей, Ирина International Tours дает... Альберт! И значит так, что я вам хочу сказать по секрету. Вы ошиблись. Еще раз я хочу назвать Альберт. Ну-ка, я не расслышал. Альберт? Еще раз, последний раз. Альберт! Итак, победителем первого в мире мистера Russian Bikini at Paramount Canada's Wonderland стал... Альберт! Окей, значит, Альберт получает. Первое, Альберт получает от... Barclay Opticians, Галина Клещ. Гала вручает ему сертификат на очки. $300.
Гала. Barclay Opticians из Миссисага. Так, целоваться будем. Леон не видит. Окей, хорошо. Barclay Opticians поздравляет Альберта с этим выигрышем. Желает самого наилучшего и быть самым красивым, мистер Бикини. Everybody agrees? Еще раз напоминаю вам, что даже плавки, не то что под плавками, а даже плавки пошиты Светланой Бурлак Лавелла Мода Fashion Design. Посмотрите, как смотрится все хорошо. Окей. Следующий приз. Следующий приз. Следующий приз у нас от Mix TV вручает Гарри Кукуй, президент компании Russian Canadian Broadcasting. Именно та компания, которая сейчас для вас делает этот праздник с помощью всех наших прекрасных спонсоров. Aida Magic, Zurich Liechtenstein, Irina International Tours и так далее, и так далее. Итак, $1000 кэш. Ребята тренировались, правда, хорошо. Но за 10 минут прошли $1000 получить. Но я тоже бы хотел так, но нет. 3 месяца подготовки. Сейчас мы попросим их еще раз показать, на что они свободны. А мы готовим дальше Miss Russian Bikini Show. Спасибо нашему жюри. Спасибо всем участникам этого шоу. Спасибо вам всем за то, что вы так восприняли и помогли нам это делать.